И вот там старт. Мария Тарабанская по четвертой дорожке, Баулина по пятой. Поэтому Тарабанская как бы догоняет сейчас Ирину. Но, конечно, Ирина как здорово начинает, Ирина. И первая. Кристина Вершинина выходит вперед. И вот накат. А Тарабанская, от герой. 57-63, я не знаю, кто победил. С нашей позиции это не видно. Но давайте посмотрим. Достойнейший финал. Не удалось улучшить сочинский результат, но какая борьба, какие страсти. Ну, а тем временем у нас мужской шест завершился. Илья Прос...